Double L. Палочки еще. Тебе палочки. Длинно делай после этого. Pain and glory, I'm moving like an orb. Fuck stress, get possessed by me. Behold of this true spirit. I'm real game, ain't no interference. Out hearing the shit that I say, spray it, not a fragrance. Why vision, cause I'm Asian. But nothing soft like them things. When the top is off, hold up, I'm a perv. How I play with words, haters. Put your teeth in the curb, then bite it. Giant ready like a jab to the face. But ain't no cheap shots, fuck what you think. I'm classic, hotter than the water on the fire. Haters trying to grab my style without a pair of pliers. Y'all liars, check the metaphor. So hot, now let it boil down to earth like a whip. On them top calls, now applause. I'm the landlord, you get evicted. Hood in my veins, yeah, sickening. Ridiculous, nasty like licorice. Moving no lines, keep quiet. Killers moving silence, bills piling. Stuck between the road and the island. Wildin', sipping on a Henny, driving. Fuck it, I'm a survivor. Though they see me as a product. Never judge a book by its cover. You don't see a knowledge. Be a leader, never follow. Fuck the devil, I'ma see tomorrow. Living for my kids, death is hard to swallow. But I ain't tryna be a role model. But I'ma leave you with a blueprint. Whatever make sense, go make dollars. Living, you learn hating is pure garbage. Cause at the moment you crash, your soul becomes salvage. Double L's, hold up. Здравия желаю, дамы и господа, да благоволит к нам Господь, с вами Джон Клюкер и Грибобас. Пришли с Грибобасом проведать наше местечко, определиться, чем будем заниматься дальше. Угу. Сегодня праздник, 14 октября. Какой праздник, Грибобас? Покров. Как правильно он называется? Не знаю. Покров Пресвятой Богородицы. Ага, понял. Угу. Всех с праздничком! С праздничком всех! Зачем снег топишь? А? Зачем снег топишь? А чтобы сполоснуть кружку. А-а-а. Ну сейчас мы, короче, этот... Сделали место под костер. Уборкой позанимались там. Всякие хлам поубирали. У-у-у. Определились, чем будем заниматься. Сейчас темнеет рано уже, где-то пол. 16:30 по Москве темнеет у нас уже. Вот. Работы еще много. Много, да. А, работы много еще. Так. Позади нас времянка, времянная. Ну, мы там, короче, собираемся это. Ну, временное жилище. Мы как-то в прошлый раз, кто следит, говорили. А сейчас колбаски пожарим, да домой. Да домой пойдем. Да. Прогулялись, свежим воздухом подышали. Ну. А там хорошо режет вот в конце, да? Вот уже нормально режет. Ага. Что тебе, Грибобас, никаких сны-то не снились? Пока нет, ничего. Грибобасу снов никаких не снилось, ничего, да. Ничего вам не расскажет. Да. Чай у нас в термосе со сгущенкой. Чай у нас готов, хватает чая. Чай называется у нас. Чай этот как его? Азерчай. А, понятно. Азерчай.
свет. Постругал нормально палочку? Нет, так сейчас буду стругать. Кстати, у нас родились котятки. Угу. 5 котят. 5 штучек, родилось. Да. Вильма родила 10 октября. Угу. Первый котенок родился в 21:10. Я специально время засек. Сейчас вот посмотрите фоточки. Угу. Пару фоточек котяток. Угу. Колбаса называется украинская. Полукопченая, категории 6 или что тут написано? Или ты не видишь? Ну, я не вижу. 6 мясной продукт. 6 вроде бы, да. С ГОСТом даже, представляете? Mm-hmm. Такая интересная, смотрите. Красиво смотрится. Обмотки. Сейчас будем добывать электричество. Понял, Джон. Такая интересная, да, грибовая? Ну. Ну, получается, вот как раз напополам. Держись, грибовая. Давай. Молодец. Да ну почистил я. Ты просто hero. Да, Грибопас? Да. Грибопас одну почистил, он просто hero. Гаска, ты hero? Hero. Кто ест колбасу сейчас, в комментариях напишите, пожалуйста, hero. Браво, Джон, браво. А кто пьет чай, что в комментариях написали? Грибопас. Ну придумай слово какое-нибудь. Ты только громче говоришь, чтобы слышно тебя было. Хитачи. А кто пьет чай, пусть напишет хитачи. Если не лень, конечно. Да, Грибопас? Да. А кто кушает жареную картошку? Давай, что кто напишет, что в комментариях? Жареную картошку? Да. С сальцом. Ну или лата, хотя бы без сальца, просто жареную картошку. Мукачи. Мукачи, мукачи пишите. Вот, давай, Грибан. А кто сейчас пьет водку, тот пусть напишет болтачи. Да, точно. Так. О, а кто сейчас ест торт? Торт. О, торт. Торт, да. Что пусть напишет? А, Грибан? Не знаю. Зрячий. Зрячий, да? Ну. Ну пусть будет зрячий. Опа. Сюда. Что еще можно кушать сейчас? Шашлык? Не-не, вот за просмотром нашего похода. Как ты думаешь, что может кто кушать? Не знаю я. Ну, подумай, что бы так делать. Кефир пьет. Кефир пьет? Да. Кто пьет кефир, пусть напишет писюкачи. Красиво ты сказал. Тот пусть напишет писюкачи. Нормально. Че еще? Ой, блин, что еще можно делать, Грибопас? За просмотром наших походов. А?
пирожное есть. О, кто ест пирожное, пусть напишет, что Грибобас. Что напишет? Да-да-да. Мутакачи. Там у этого слова не было, не повторил ты? Нет. Не было, да? Нет. Еще раз повтори, как? Мутакачи. Мутакачи, кто пирожное ест. Да? Да. А кто сыр ест, что пусть напишет? Сыр ест. Надо на сыр начинать, типа там сырокачи что-нибудь. Сырокачи. Ну говори, что там пишет. Ну сырокачи. Пишите сырокачи. Что еще можно кушать за просмотром Грибобас? Не знаю. Вот и пельмени есть. О! Кто есть пельмени, пусть напишут. Грибобас, может, ты придумаешь? Ну-ка. Пусть напишут. Ну, со словом пельмень надо придумать. Пельмень качи. Так все качи, да качи, значит, все по-новому. Значит, по-новому, да. Так. Думай, думай, Грибобас. Сейчас. Так. Надо какое-то окончание новое. Дождь пошел, что ли? Окончание новое какое-то придумать. Ну, окончание придумать. Да. Вот какое еще можно. Пельбероси. Пельбероси. Пойдет. Во, кто кушает пельмени, напишите пельбероси. Да. Фига, у нас сегодня мега шашлыки с колбасой. Мега, да? Ну конечно, мега. Смотри, у нас. Понял. Там, понял. Смотри, у меня сколько колбасы. Ух ты, мне тоже много. Тоже куча. Бля. Поход называется мега шашлыки с колбасой. Да? Да. О, кстати, кто рыбу мы еще не пробовали? Кто рыбу ест? Рыбу. Рыбу? Да. Ну-ка, Грибас, ну-ка придумай что-то. Рыбу. Рыбу. Опа. Рыбу батона. Рыба батона напишите. Если рыбу кушаете. Нифига, мега шашлык. Еще надо будет мне подвигать, представляешь? Да, у нас таких не было ни разу еще. Да. Это первый раз такой шашлык. И большие такие. Да, огня мало стало. Вот прям рядом тут. Ага, понял. Так.
Что ты, зачем ты втыкаешься? Ага. Жаль, что ты, зачем ты втыкаешься? Я там, я воткнул, чтобы это, дрова собирать. А, ну и тоже дрова пособирать. Я пособираю сам. А, ладно, хорошо. Угу. Понял, Джон, давай. Во славу Божью. Опа! Буквально большое стало. Аж руки обжигает, да? Ага. Костер быстро потух. Ага. Эти мелкие ветки сгорели. Угу. Но тут вот если вот эти крупные это в середину спихать, то загорится опять. Ага. Да. Они, видишь, уже загорелись. Угу. Ну, время 6:03, видите, какая темень сильная. Темно уже, да, темно. Палочка хорошая, да? Угу. Видишь, эти большие загорелись. Ага, вижу, вижу. Но они горят, между прочим, хорошо. Вкусно. Ты подогреваешься, остыло. Не, не, нормально. Теплый. Не, я имею в виду колбасу. Не, пойдет, пойдет. А вы грибас в школе ходили в походы? Да. Ну расскажи зрителям, как вы в походы ходили. Ну, сейчас же помню, знаешь. Так вспомни что-то. Мы помним, когда пошли, мы, когда у нас был урок биологии, мы пошли в поход в лес. Лыжи мы все взяли. Вот. А я подкину дров, чтобы тебя хорошо видели. Ага, зрители, давай. Зрители. Ага. Рассказывай, рассказывай. Ну, сейчас. Ну, да пошли мы да, за речку. Пошли мы. На речку пошли мы. На лыжах, рюкзаки было, все было у нас сделано. Там пришли, место сделали хорошее, костер зажгли, покушали, надо же кататься на лыжах. Зимой? Зимой, да. Нифига вы даете.
И кушали еще там, да? Да. А что ели? Колбаса, сало было, хлеб было. Там всякие там сладости были, там много там было. Печенье были, торты были. Там чай, кофе, какао было. Как так торты в поход берут? Ты что, говорит, вас? А вот брали мы торты с собой. Да тогда был у нас. Такие маленькие торты были, такие маленькие были. А как вы их несли-то? В рюкзаке. Они не помялись, ничего? Нет, нормально. Они же этот, трясутся, все развалится. И саму сверху несли, саму сверху положили, нормально было. Что-то странно как-то, блин, с тортами-то. Мне аж не верится, грибобас. А не заливаешь ли ты нам тут? А, да нет, не заливаю. А как торт назывался? Ну, я же не помню. Торт не помню. Браво! Берите с собой походы торты. Да, грибобас. Это как-то я вот не доверяю тебе насчет тортов-то. Ну признайся, что врешь. Грибобас. Нет. Не, не врешь? Нифига ты даешь. Вот сам представь, как торт, он же мягкий, во-первых, как его нести-то, ты чё, идёшь, вот смотри, вот мы шли, ну? Это трясешься там, всякие эти там, можешь упасть даже, ну да, и все, и он там в смятку все превратится. Ну не падал, нормально шли они. Кто они? Люди кто? А? Люди. Люди, да? Да. Которые несут торты, да? Дорогие друзья, напишите в комментах, кто в походы торты берет, блин. Не, можно, знаешь, какие взять? Какие? Тверденькие такие, типа вафельные, да? Угу. А вы какой брали? Ну, я не помню, что было, я помню уже, что ли. Понятно, понятно. Давно было, я уже забыл, что. Да. Не, а вот если мы возьмем в торт, ты донесешь его, не развалится он у тебя? Не знаю. Не будем брать тогда? Нет. Жен, я же наелся, может, колбаса мне еще осталось. Ну, Наде он да, оставь. А где бекулеса? Давай сложим ей. Или дома хочешь съешь? Ну, да, да, дома съем. А во что можно положить ее? Ой. Я не знаю, в лук он влезет, лук туда и с луком вместе завяжи. Вон, видишь пакетик? Да-да-да-да-да. Смотри, не рассыпь лук. Ага. Поскладывай и завяжи. Угу. Сейчас. Вот, дорогие друзья, представляете? Мега-шашлык даже не осилили мы с грибобасом. Угу. Я это на Димацути 5 кусочков оставил. У грибобаса, кстати, больше кусков осталось. Ну, у тебя сколько кусков? Да что-то 8-9. Ну все, дорогие друзья, спасибо за внимание. Все на этом. Хиро уже, все на этом конец. Видите, уже и костер почти не светит. Гриба, скажи пока-пока. Хиро, пока-пока. Все, всем счастливо, пока-пока. Мы до дому, до хаты. Собираемся и домой. Mm-hmm. Все, пока-пока.